Духовенство Дагестана обратилось к предпринимателям республики с призывом не завышать цены на жизненно необходимые продукты. Председатель муфтията Мухаммад Майранов в своем обращении подчеркнул важность проявления милосердия и доброты друг к другу в тяжелое время, которое сейчас переживает наше общество. Мы видим, какие тяжелые времена переживает все наше общество. И в этой связи многие недобросовестные предприниматели наглым образом завышают цены выше необходимого, тем самым очень сильно усложняют жизнь всему населению. Муфтият Республики Дагестан призывает каждого, кто имеет отношение к продажам, не завышать цены выше необходимого. Да, времена нелегкие, но облегчая ситуацию для населения, продавая товар по доступной для людей цене, вы будете людьми, которые помогают людям, помогают обществу тяжелые минуты, и в вашей торговле будет благодать. Имам Бухари приводит слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в которых говорится: «Да простит Всевышний Аллах грехи тому человеку, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал что-либо, когда покупал и когда требовал свой долг». Дорогие братья и сестры, не завышайте цены, не будьте причиной усложнения жизни для населения, и тогда будет благодать от Всевышнего Создателя вам, вашим семьям и вашей торговле.